Дорогие друзья, я думаю, все вы слышали эти пословицы: «Своя рубашка ближе к телу», «Лучше синица в руках, чем журавль в небе», хотя, казалось бы, журавль в небе так прекрасно. Вот. На самом деле здесь мы имеем дело с фундаментальным психическим механизмом, который предполагает ценность того, чем мы обладаем, более высокую, чем того, чем мы не обладаем. Это имеет большие последствия для всей нашей жизни. Потому что мы же обладаем и своими какими-то ресурсами, своим временем, своим вкладом в отношения с другими людьми и так далее. То есть у нас жизнь – это постоянное вложение собственных ресурсов в окружающий нас мир. Это другие люди, но вы, очевидно, вкладываетесь в своего партнера там, по отношениям, по браку, где-то проявляете внимание, где-то проявляете заботу, где-то выполняете какие-то обязанности, которые вы между друг другом распределили, деньги, может быть, зарабатываете для семьи и так далее. То есть вы делаете вклад, да, и ваш вклад вы цените достаточно высоко, потому что это ваш вклад, а своя рубашка ближе к телу. Те же самые обстоятельства у нас могут быть и на работе, когда мы вкладываемся в какой-то проект, в какую-то деятельность, там, создаем команду, я не знаю, создаем какое-то креативное решение и так далее. И нам оно очень ценно, очень дорого. Просто даже идея, которая у вас возникла, кажется вам более крутой, чем идея, которая возникает зачастую у коллег. И вот это ощущение того, что мой вклад в работу велик, приводит к тому, что мы и ждем соответствующего вознаграждения. Именно поэтому большинство людей считают себя недооцененными на рабочем месте, считают, что одни могут рассчитывать на большее. Это тоже связано с эффектом владения. Есть такие эффекты и в отношениях с миром в целом, да, потому что когда мы делаем какой-то там вклад, ну, там, я не знаю, просто пытаемся быть добрыми, порядочными, справедливыми людьми, и нам кажется, что в ответ мы тоже должны получать то же самое. Но мир преподносит сюрпризы неприятные, и мы отчаиваемся, переживаем, думаем, что же это такое, как так может быть и так далее. Значит, все это, если так к этому присмотреться, на самом деле проявление одного и того же эффекта. Мы инвестируем в ситуацию, в отношения, в других людей, в какие-то проекты и так далее, и ждем отдачи. При этом мы оцениваем свои инвестиции выше, чем их бы оценил сторонний человек, который этого не видит, нашего, так сказать, субъективного восприятия этих своих инвестиций. И в результате это накладывается на всю систему наших отношений с миром и вызывает у нас чувство неудовлетворенности, чувство разочарования, потому что мы для человека все, а он нам ничего, мы для работы все, а наш начальник поругал, мы, значит, все делаем хорошие, большие молодцы, а, значит, оттуда системы Ниппель. Вот. Поэтому задача наша, прежде всего, если мы хотим начать более объективно смотреть на реальность и создавать такие модели мира, в которых нету этого субъективного искажения, это понять ту переоценку значимости собственных вложений в отношения, в других людей и так далее. Это не значит, что после этого вы должны, значит, посыпать голову пеплом и сказать, что вот, я, значит, ничего не делаю там, и так далее. Это позволит вам взглянуть на ваши отношения с точки зрения вашего партнера, посмотреть на работу, та ли это работа, которая позволяет вам полностью реализовываться, и в чем бы состоял действительно ваш тот карьерный трек, который мог быть интересен для вас и который поощрял бы ваш руководитель, например. То есть это дает нам возможность большей свободы действий, снижает объем негативных
наших эмоциональных реакций и позволяет смотреть на ситуацию более объемно, сложнее, учитывая точку зрения, взгляды других людей. А без этого, к сожалению, успеха нам не добиться. Так что надо все-таки понимать, чего люди хотят и как они на это реагируют. Дорогие друзья, это видео с заданием. Четкую инструкцию текстовую вы получите ниже. Вот, а здесь я расскажу вам суть. Ну, есть, конечно, в вашем окружении люди, с которыми вы находитесь в напряженных отношениях или в конфликтных отношениях. И хотите эти отношения изменить. Но у вас возникает или чувство обиды, или чувство разочарования, или какое-то внутреннее неприятие человека там, и так далее. Вот. И наша задача для того, чтобы подредактировать свое восприятие этих отношений, совершить своего рода пересчет. То есть пересчитать ценность тех шагов, которые мы делаем в отношении этого человека. Возможно, это ваш коллега по работе, и вы там для него готовите какие-то материалы или выполняете какую-то часть функциональных обязанностей. Вы пытаетесь с ним построить, может быть, хорошие отношения, что-то ему говорите такое, что вам кажется, было бы вам приятно, например, услышать, и вы хотите ему сделать приятное. Может быть, вы пытаетесь его как-то где-то приободрить, поддержать и так далее. То есть вы совершаете какие-то шаги в отношении этого человека. То же самое касается отношений дружеских. Да? Вы другу можете что-то делать такое, чтобы его состояние как-то улучшить, где-то его поддержать, смеетесь над его шутками и так далее. Но в конце концов, если вам не очень смешно, а вы смеетесь над чьей-то шуткой, это же ваше вложение в дружеские отношения с этим человеком. И сейчас будет задача в том, чтобы посмотреть, какие действия вы в отношении этого человека, с которым у вас возникла сейчас напряженность, совершаете для того, чтобы улучшить ваши отношения. Что вы, в принципе, для него делаете? Чему он, как вам кажется, вам обязан? И полностью составьте вот реестр своих таких инвестиций в отношения с этим человеком. А что делать с этим реестром, мы поговорим с вами позже. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, что вы провели инвентаризацию своего вклада в отношения с другим человеком. И сейчас наша задача использовать знания о принципе эффекта владения. Очевидно, что для вас тот вклад, который вы делаете в отношения с человеком, с которым у вас сейчас напряженные отношения, оценивается вами высоко. Наша задача – его переоценить для того, чтобы увидеть, как его воспринимает тот человек, да, для которого вы это делаете. Вполне возможно, вам кажется, что то, что вы сделали, это очень ценно и важно. Вот там готовили еду и накормили человека. И как должен этот человек оценить? Ну, очевидно, он должен этому делу невероятно обрадоваться, быть жутко благодарным там, и так далее. Но представьте, что этот человек просто поел. Да? Он ел утром, ел вечером, вчера ел, позавчера ел. Он ел в ресторане, ел в кафе, ел на работе. Здесь он поел. Значит, в этом смысле, насколько высок вклад ваш в то, что вы сделали ему хорошо? Или, допустим, вы человеку улыбнулись и сказали доброе слово. Значит, понятно, что доброе слово и кошке приятно, вот, но с другой стороны, у него могут быть к вам претензии, что вы там что-то не выполнили, что-то не сделали, что-то позабыли там, и так далее. И тут вы приятные слова говорите. Он же ждет от вас того, чтобы вы что-то выполнили, сделали и так далее. Как он оценивает ваши слова и улыбки? Вполне возможно, вовсе не так значимо, хотя вы преодолевали себя и улыбались изо всех сил, хотя хотели ударить его кувалдой по голове.
Или другой пример. Вы, например, человеку дали взаймы денег. Значит, ну, по вашему ощущению, вы сделали большой, существенный шаг навстречу. Вам было жалко, вы боялись, что, в общем, вам сложнее будет самому перекрутиться там, и так далее. Для вас это большой вклад. Человек взял у вас деньги, и после этого он решает свои задачи. Он же не думает про все ваши переживания. Он не думает, что там вы сидите и ждете, когда он там наконец сообразит, что пора эти деньги отдавать. Как он оценивает ваш вклад? Ну, оценивает, конечно, но вполне возможно вовсе не так высоко, как вы его оцениваете, потому что вам деньги еще не вернули. Как только вам вернут, вы тут же успокоитесь. Но пока не вернули, для вас это большая инвестиция в человеческие отношения. Вот так просмотрите каждый пункт, который вы делаете, и найдите критические точки, которые позволяют переоценить значимость ваших вложений в эти отношения, которые сейчас стали конфликтными. И попытайтесь увидеть, что человек, который не ценит то, что вы делаете, имеет какие-то внутренние основания, чтобы так думать. И как только вы это сделаете, вы внутренне, конечно, можете и пережить, так сказать, некоторую душевную травму, потому что так все было красиво на бумаге, а так все в жизни взяли и девальвировали наши инвестиции в отношения, в других людей, в работу и так далее. Но это даст вам ощущение вот этого ровного спокойствия, которое перестанет создавать у вас ожидание другого человека, что он будет вести себя так, как вам хочется. И когда вы избавитесь от этого внутреннего требования к другому человеку, вы сможете выстраивать с ним отношения значительно более конструктивно и оценивать свой вклад, его вклад более рационально. В результате вы получите, безусловно, улучшение отношений. Вот. А там, глядишь, после того, как острый конфликт пройдет, вы найдете общий язык. Так что давайте сейчас переоценим, девальвируем ценность своих вложений, пока это делает другой человек. Давайте это сами сделаем. И после этого подумаем, а как правильно теперь себя вести в отношении с этим человеком. И напишите для себя план дальнейших действий с учетом отсутствия избыточных ожиданий. Да, это трезвость, но мы на то и интересуемся тем, как работает мышление, как работают когнитивные искажения, чтобы получить ту трезвую, объективную оценку реальности, которая позволяет нам делать более правильные шаги в ней и добиваться результата. В конце концов, то, что вы страдаете и переживаете из-за конфликтных отношений с кем-то, результат так себе. Если вы найдете способ не переживать из-за этого, результат будет действительно тот, что нужно.